Кахибская сельская библиотека остро нуждается в обновлении книжного фонда. После подтопления фонд сократился более чем на 1000 книг. Сейчас аульчане собственными силами стараются помочь учреждению. Однако, по словам школьников, без помощи спонсоров и государства им не обойтись. Сможет ли библиотека в преддверии учебного года обеспечить потребности школьников, узнавала Ларяна Шамхалаева. Книжных магазинов здесь нет. Муниципальная библиотека – единственное учреждение в селе, предоставляющее бесплатное пользование печатными изданиями. Практически культурный центр. Однако у местных жителей весьма скудные возможности для приобщения к ценностям мировой литературы. По словам Ирайганат Магомед Саидовой, который является и библиотекарем, и учителем, и краеведом в одном лице, получать новые знания люди теперь могут только из 4000 изданий. Фонда мало, потому что была у меня здесь стихийное бедствие, и по причине стихийного бедствия около 1000 книг были у меня изъяты из фонда. Скоро 1 сентября. Учреждению не хватает книг на аварском языке, детской и художественной литературы. По словам читателей, пользуются спросом именно авторы Дагестана. Такие, как Гариб Расулов. Эта книга узденал на аварском языке. Она о богатых и бедных, а также о справедливости к друг другу. Из 600 сельчан 300 являются постоянными читателями. Каждый из них мечтает о том, чтобы библиотека была оснащена современной техникой и обеспечивала доступ к сети интернет. Однако все это в далекой перспективе. Хотелось бы, конечно, чтобы наша библиотека была побольше, и чтобы книг было побольше, чтобы государство как-то помогло, чтобы или там спонсоры какие-то нам помогли. Отметим, что Ирайганат Магомед Саидова собирает и предметы домашнего быта. Спустя многие годы количество экспонатов, их более 200, позволило открыть музей при библиотеке. Теперь кахибские юноши и девушки могут рассмотреть пройденный путь своих предков, прикоснувшись к наследию минувших эпох. К библиотекам, сейчас, к музеям сейчас в данное время не такой уж подход. Но мы стараемся своими силами. Все, что здесь сделано, сделано своими силами, силами читателей. Хочется что-то новое сделать, для детей что-то новое сделать, чтобы было хорошо все. Жители горных районов Дагестана хотят иметь необходимые условия для того, чтобы развивать свой интеллектуальный потенциал и реализовывать творческие способности. Ларяна Шамхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Кахиб, Шамильский район.